Она, возможно, это. Она плотнее будет. Она будет плотнее, да, возможно. 100%. Ну ладно, хорошо. 12 рулонов, ебать. Трехслойная, ну да, сейчас. 12 пойдет. Рулонов, ебать. 24 рулона, может, его нам хватит. Еще одного возьмем? Давай. Давай я еще один. Дома кончился, да, мы заберем. Добрый день, мои зрители. Вы на спортивном игровом канале Wabong Games. И сегодня у нас будет новый эксперимент. Тут одни парни решили попробовать и доказать, что туалетная бумага не менее прочная, чем скотч. И вот мы с Денисом решили тоже этот самый эксперимент проверить. Вот он уже мотает. Пока очень дешевый туалетной бумагой это все. Ее рулон стоит буквально 6 рублей. И я думаю, что она не выдержит ничего вообще. Поэтому мы взяли еще и дорогую бумагу, которая трехслойная. Будем сейчас сначала одним слоем наматывать, потом другим. Короче, это долгое занятие. И чуть позже уже определим, насколько вообще сильно бумага может держать удар. Что, один слой уже есть, и, если честно, мы с Денисом уже вспотели. Он уже начинает потихонечку на меня ругаться, что я, типа, в камеру только болтаю, а он мотает. Ну, один слой, но только пока дешевой бумагой. Сейчас еще сверху вот так начнем накладывать, но я думаю, минимум 1000 слоев у нас получится. Что, друзья, вот таких вот рулонов мы уже нанесли 24 штуки, и их... В каждом из них по 28 метров этой туалетной бумаги. То есть, сейчас мы математические быстрые вычисления произведем. 28 на 20, 160 метров. 160 метров, плюс еще 4 рулона, 100, 5, 24, 28 метров? 28, да. 112, 160 и 112. 672 метра. Правильно посчитал? 28 умножить на 24. 672 метра? Да, 672 метра. Видал, как я в голове, математик. Ебать, математик, да? Математик. Денис посчитал все это в голове. 672 метра уже мы нанесли вот дешевые бумаги. И еще у нас там куча бумаги подороже. Так что же, еще, наверное, час будем мотать это все. Так, ну что? Практически нанесли уже все слои, вот осталось чуть сверху вниз закончить. И не знаю, но не очень красиво получается, но в любом случае это пиздец какая тяжелая работа. Мы все вспотели просто по полной программе. Ну, последний рулон вот этой белой бумаги, трехслойной, хотя на самом деле что-то она... Вроде плотная, но рвется, потому что у нее есть вот здесь вот перфорирование такое. И вот на этих местах она как раз таки может разрываться легко, потому что легкое движение и все, и бумага отрывается. Ну вот такие ворота у нас получились. Ну вот примерно такие у нас ворота получились. Я не... Денис, как ты думаешь, это плотно вообще? Ой, это плотно! Это очень... Это плотно, а не плотно. Ну вот как-то, вот есть нажатие, да, какое-то? Что-то чувствуется немножко, вот здесь особенно. Я не уверен, что мяч выдержит вообще. Два часа мы мотали эти ворота. Ну, больше 1000 слоев 100% нанесли туалетной бумаги. И я даже не знаю, выдержит она или нет. Друзья, пишите свой крутой комментарий под этим видео. И если ваш коммент наберет не больше, не меньше одного лайка, то вы получите 500 рублей. Ну, у нас есть несколько мячей. Мы начнем, наверное, с теннисного. Потому что я вот лично боюсь сразу большим мячом бить. А тем более боюсь давать Денису сразу бить, потому что он слишком мощным ударом обладает. Он просто подзастрял все. Хотя порвал чуть-чуть, да? Ну да, упало первое. О-о-о, нихуя, отквозь. Нормальная пуля сейчас полетела. Ну, короче, понятно, что если не очень плотно наложена бумага на ворота, то маленький мячик прошьет, где-нибудь дырочку-то найдет, поэтому с теннисным мячом закончили. Денис отремонтировал немного ворота, и теперь вот таким вот желтым детским мячиком будем, ну не знаю, с земли, наверное, бить. Земли по-любому, да, значит. Земли его. Все. Внутри, ебать. Фокусник, елки-палки. Страх тебе, дох, и мячика нету. Нормально. Это было хорошо. Ты спорабил? Застрял мяч. И теперь нормально обычный мяч, но я не знаю, там уже все порвалось, и боюсь, что он тоже спокойно порвет бумагу. Это просто... Да, вообще легко просто было, да.
Это было слишком мы. В левую девятку сможешь? Да? В левую девятку. Конфетти сейчас были нормальные. Ой, а если ты хочешь, нет? Два часа! Еб! Мы ж хотели сжечь все это еще. Поле, да, пацаны. Сжигайте, но только не на поле. Все зрители налетели разбирать бумагу. Туалетной бумаги и час мотания, блядь. Два удара, блядь. Ну, по-хорошему, да, именно так и было. Мы пробили очень мало, но это, возможно, все дело в том, что ворота чересчур большие. Если бы они были чуть покомпактнее, мы могли бы больше слоев нанести в одном месте, и была бумага плотнее. Но, скорее всего, дело не в этом, а дело в бумаге. Поэтому давайте, ребят, вы поставите большое количество пальцев вверх, а мы потом после этого возьмем более плотный какой-то материал и уже с ним попробуем такой же эксперимент провести. И тогда, я думаю, у нас получится получше. По всяком случае, хоть несколько наших ударов, но выдержит. Да. Вот, на этом заканчиваем. Не забывайте ставить колокольчик, подписываться на канал. Ну и, конечно, пальцы вверх. Все, до скорых встреч, всем пока. И теперь это, сходка подписчиков. А то замучили, когда сходка.